Сейчас надо вернуть мне воблера. Андрей! А мои воблера у тебя? Виталик у тебя? Виталика. Виталик. Нормально, ты видишь там, что мы на камне не напоранили. Вот сюда налево бросай. Но его не было, на кой будет. Вы чая попили или что? И не ели? Что, мы быстро сходили? Что, быстрее, чем вы тут смогли перебраться? Я-то вон это самое, говорю, пойдем вот мимо бани, бугра спустимся, вдруг они уже у бани. Просто водка поменьше. Начинаются зарядки. Постой, не уходи. Надо подкачаться, вот что надо. Ты смотришь руками без ног. Опа, опа, видал, видал? Надо было с этого начинать. А так как она маленькая, то мы ее. А в руки не держал? Не держал, значит, не пьем. Сидят такие в тенечке. Ну-ка посмотри, еще? Я сейчас твой бунт покачаю, все будет хорошо. Твой бунт качнем. Ты еще будешь играть? Ну, играй, мужикант. Сейчас ты свой бараний вес поднимаешь. Не идет? Туда не надо упираться. Ладно, все, нормально. Тут лети, да, тут немножко. Здесь не разу физкультурой заниматься. Пытаюсь найти форватер. Давай, давай, кидай, кидай. Застрянем, будем вместе брыкаться. Ощущение, что будто где-то есть у них запруда. Не может быть, чтобы здесь только было воды. Не брали с собой флакончик-то? Мне вообще морду лица все уже кусали. Где она, этот флакончик? Я вот так вот делаю, смотри. Я на руку себе так вот прыскаю. Вот этим местом. Потом все... И протираю. Фу.
траурная какая-то прилетела. Бабочка на съемке, видишь? Лена летает, не, только что это. Только что хотела сниматься в эпизодах. Плюс. Есть. Это как не та легре. Что-то не хватает для хорёза. Мы глубоко. Андрюха, он глухой? Здесь хорёк бегает. За Костей тут 3 или 4 раза пробежал, блин, ну. Не смейся. На это они идут сюда. Преодоление препятствий. Я думаю, что там тоже так же построено что-то. И там никогда не проплывали, там не было такого, что можно было проплыть. Видишь, там дальше вообще заломано. Можно не поднимать. Никого нужно не поднимать. Подними, Бродню. Бродни, подними. Там дальше глубже. Ты иди, я протолкаю ее. Садись. Ну, вода медленно идет. Похоже, что еще, наверное, плотина есть. Меньше комаров, они туда не залетают, боятся удариться. Ну и что я сюда вставлю?
перед нами стена прямо поворачивает туда. Туда. Слева остается ничего. Здорово, и поняла. Это очень здорово. Верхом на бревне. Нашел, что вставать. Ты так не поднимай, не поднимай, не поднимай ее, не поднимай. Да, отпусти этот сам. Я крепко снимаю. Вот этот бульбулятор-то, блядь. Тебе на чем бы, да? А вон на коробочке-то режь. Она вот тугловая такая коробочка. И тебе, Алика, ладно. И бросал вот туда, и туда, вот тут. Ты бросил? Угу. Ни гребут, ни ловят, только пьют. Ну тут вон спуски сплошные этих. Курвов? Да. Все уже. Отсюда вымели всю рыбу. Блин, вот он еще тут. Прыгает опять. Слушай, там прыгал, тут прыгает. Ты определись, блин. Где? Ты с кем? Места, конечно. Камушков они здесь наложили мы. Что они там, поймали что-то? Видишь? Опередили опять. Я браконьеры, лужню. Мы не заставляем себя ждать. Го просто пьем. Там она вот
По всей речке бульки это ничего не нужно, они хочет попасть. Траву-то не надо запускать. Не подымай, не подымай. Я тут подымаю, не подымаю. Это момент. Ну, раньше тут было, блин. Фу, блин, это побыстрее, джик-джик-джик. Над камнями все пойдешь. Сейчас тут надо, блин, проходить. Дальше тоже не глубоко. Что, пойдете там или здесь? Здесь по камням. Стой. Ух, тут. Мелкий перекат. Всегда и был. Садись давай, да. Да хотя бы до туда заплывем. А там, может быть, жопой поводим. Фух. Ловец. Жемчуга. Видишь, часть моста там. Осталось, блин, что-то. Какой шустрый! Они же поймали? Не поймали. Ну, шустрый. Бросай вперед, может, еще раз его поймаешь. Ух ты тут. На носочках. Нет. Пижончик такой. GoPro стоп, видео. А вот Андрюха поймал. Андрюха, ну-ка, смотри, хоть одну ты щуку снимем, как ты поймал, блин, какую-то щуку. Вот. Этот вытаскивал на подсак. Этот запивал пуншем, да. А я просто так присутствую. Бобер, курва! Все одно чисто. Никого нет, никто не берет. Это та, которая придет из озера.
Здесь рыбы нет. Катануть. Отталкивай, отталкивай еще дальше. От себя отталкивай, отталкивай, чтобы пройти тут. Блин, теперь я попал в ловушку. Я попал в беду. Я попал в беду. Что мне делать с ней? Вот я засмотрелся на Виталика, как он. Он не такой красивый, что мне. Место какое-то пустое. Акватория моя. Эта территория зовется акватория. Зовется акватория, ребята. Так, пройдем, не пройдем. А прямо на дне. Левом больше. Коряжник тут хороший, но рыбы нет. Поворот такой загадили. Вот они, мелочь по карманам тырят. Вот так вот. Лишь бы, блин, это... Лишь бы стопку засадить. Да, лишь бы выпить, блин. Сексуальное отношение с холодной женщиной. Муа! Ты моя сладкая. Муа! Нет, Люба, я не приеду домой. И Люба, здесь, в этой реке, таких изменщиц, вернее, совращенщиц. Они убежали, еще. Да вернусь я к тебе, вернусь. Но не сейчас. Но не к тебе, Люба. Опять ругается. Опять ругается, вместо того, чтобы ловить рыбу. Пух, тополиный пух. Жара, июль. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Трава. А это видео. Это заснято. А вот и хотел. Это тоже записано, блин.
Чего ты рад? Постой, оглянись назад, и ты увидишь, как какие... пьяные сидят. Рыбу не ловят, а только о чем-то говорят. Матом. Мы матом не ругаемся, мы матом разговариваем. Щука промахнулась. Вы решили все друг друга обманывать, да? Как-то обнадеживаюсь в конце дня, что что-то где-то что-то подергивает. А вы, говорит, оптимисты, народ причистый. Рыбка мясистая. Рыбка не клюет, это нас не клюет. Его окунь не клюет. Это нас тоже не а-а. Ласка, Я пьяный, вот что в нем. Оригинально. Вся надежда на Виталика. Вся надежда на Виталика. На Металлику. Человек железо сказал, говорит. На рыбалку поеду. Поехал на рыбалку. А вы все приехали водку пить. А он на рыбалку. Не смело идти до поворота. Прыгивает и идет латать заток. У нас мои строители пришли. Че, он там-то не лучше? Теперь надо броню одевать. Наткнешься сейчас его, наниткнешься. Оставить. Вот следующее бревнышко. Впихнуть. Гады. Бобры гады. Чтоб у вас у всех подсыхало. Все. Блин, у них и там, и перед плотиной, и за плотиной все исползано. Ёкарный бобры. Свежарный. Только что перед нами тут выпендривается.
другую сторону по течению туда. Вот и все. Учись, студент. Ап, и воблеры рядышком сели. Тренируйся, Косыгин. На котиках, да? Да. На этих самых, на бобрах. На бобрах тренируйся. Старались, блин, уложили, клали. Только начали, может, в той раз. Я ничего это делал-то, блин. Мы дрова не знаем, где здесь, да, нет? Нет, тебе отлично. Я ответил, сгинешь. Самый нижний очень хорошо закреплен. Поддержка. Еще дорабыть его. Ну там я тебя буду. И пошли они ветром гонимые, запотевшие. Это что, кручу-верчу, запутай? Да, видосик, я вот сейчас закат. Стой, держи вот так, держи и не поворачивай. Нет, ты держи. Держу. А я тебя раз. Ё-моё, экибана. Охудеть. О, это что там такое? Люди? Там люди, а у них светлее, чем у нас. Ни хренулики себе. Может, они знакомые какие-нибудь? А, ну давай догоняем. А это хрен с ними, жалко что ли? У нас этих знакомых знаешь сколько? Небо сними сверху, смотри. Небо сверху. Ё-моё, а ну что такое светлое-то? Так это же север, мальчик. Серево? Север. Север. По факту-то оно темнее. Да. Глазами, белый... глазами-то глядишь. Это остатки. Остаточное явление. Ночей. Мы подсвечиваем своими да. Очами. Очами. Мы подсвечиваем очами их ночами. Давай ходом гребите. Кидаете там тоже. Слушай, реально светлее получается, чем по факту. Где Саша? Ё-моё, ты как египетский хвараон. Догребаем. Догребаешь? Догребаем. Ща гребешь. Андрюхе еще рыбу чистить. А тебя кто спрашивает, а будешь, не будешь? Тогда ты не будешь накормлен. Тогда ты не будешь, Андрюха. Все делаем за еду. Здесь так принято. Вот и собаки. Во, собаки запели. На телеке-то будет вот так же, как вот ты сейчас видишь реально. Ну да. Это тебя просто усиливает. Усиливает.
Сейчас поворот, заворот, разворот. И свалка. И подволочский мост. О, мы с дядей Сашей плаваем. Идем по реке. Идем, да. Подожди, аккуратней, ты что тут, смотри, что творится-то. Ё-моё. По Неллинге продолжаем. Да, движение по Неллинге. Собаки лают, ветер носит. У тебя что-то синее из кармана вообще. Это секретный алмаз. Ингредиент. Ингредиент здесь ходят у них под носом. А они даже это самое. Да. Собаки лают. Собаки лают. Но хоть и нет. Вон плотик. Тебя Люба, привет. Вон плотик. Вон плотик. Вообще ужас. А вот они, сваи от быков. Это не мост, это то, что было перед мостом. Стемнело очень быстро. Хорошо, у нас есть вот такой вот отсос. Раз он такой отсасывает, все, на свете. Собираем пароходы. Группа товарищей единомышленников. Александр. Видал сосун? Понял. То есть это получается, чтобы понятно было, речное путешествие закончено. Достаточно одной таблетки. Территориально мы находимся в районе моста Подволоцкого. Вот. Гора вверх. Там дом Пашиванина. Ну и прочее. Собаки лают. Мчимся после рыбалки. Летим домой. Все устали. Дядя Виталя, дядя Дрюня, Саня за рулем. Там лес. Вот. Время. А? А, вернулся? Время 10 час. Немножечко темно на улице.